Майнкрафт. И закончили мы о том, что мы, короче, спустились в эту шахту, в эту пещеру. И там пиздос. Сейчас будем расследовать. Надеюсь, не умрем. Ты тут частично осветил. Еще погоди, где выход? Подожди, стой, стой, стой. Все, конечно, очень интересно, но для начала нужно похавать. Давайте пускай скелет убьет крипера. Да. Он убил его. Хорош. До свидания. Еще один заспавнился. Нам нужно все осветить. Прям все-все. Вообще не больше никто не спавнится. Так. Окей, пох. Паук. Второй. Скелет. Так, лады, давайте вот так вот сделаем. Все, никто не пройдет. Очень-то много всего. Хорошо, что отметить на самом-то деле. В принципе, не дурно. Очень-то много всего. Сейчас день или ночь? Можно как-то по координатам посмотреть, нет? Так, нам нужно больше факелов. Потому что факелы это важно. Ага, они все там, окей. Нам нужно прям осветить все максимально. Чтобы никто не думал тут спавниться даже. Там крипер. Ух ты, ёпта, какие тут огромные пещеры. Не, серьезно, пещера реально огромная. Окей, это тут замкнутый круг, я понял. Тут тоже все по краям освещаем, потому что темнота в данном случае не друг молодёжи. Жопа, паук. До свидания. Сколько я раз уже сказал слово до свидания. Пока что нормас. Так, факелов надо побольше. Реально, огромная пещера. Это хорошо, что мы ее нашли. Реально. Оу. Опять же. Взорвался. Ага, зомбак. Привет. Давай с тобой разберемся. Вот это, конечно, было подстава. Но у меня есть второй, ладно. Я все предусмотрел. Предучил, предусмотрел. Все, просто всевидящий. Ладно, погнали. Да, будем. Лазурит! Это хорошо. Лазурит на самом деле очень редкая руда. Да, кто не знал, он спавнится достаточно редко. И просто копая пещеры для алмазов, к примеру, он может вообще не выпасть. Не попасться, точнее. Поэтому очень хорошо, что мы его нашли. Так, тут какая-то фигня. Мне бы железо, на самом деле, собрать. Потому что железо важнее всего. Нет же у нас медных инструментов, к сожалению. Если бы были, тогда было бы все хорошо. Но у нас их нет. Слушайте, а я вроде все обошел. И все, я все осветил. Да, это новая генерация. Тут ничего нет. Тут тоже ничего нет. Все, я все обошел. Да вся пещера, лол. Да, она не такая громадная, как хотелось бы. Ну ладно. Главное, что у нас есть рез. Это самое важное. Да.
Брать давай, наверное, гравий. Потому что можем себе позволить. Гравий это кремень, кремень это зажигалка. Да. Вот туда еще можно сходить. А, тупик. Кайф. Ладно, давайте добудем все, получается, пока херка не сломается. И почухаем куда-то в другую сторону. Домой, наверное, будем застраивать хату. Реально, уже негде спавниться с ником, но разве что тут, но это мы сейчас тоже осветим. Уголь. Уголь это хорошо, уголь это... Факела. У меня нет места для угля, понял. Белая шерсть, нафиг надо на самом деле. У меня же бесконечная ферма овечек. Да, железо могу собрать, если что. Так. Ну, вроде бы больше ничего такого интересного не вижу. Там, конечно, да, куча меди, но... Вот это что такое, кстати? Хз, не знаем. Можно, конечно, побегать, поискать, подобывать что-то. Уголь, к примеру, но... Ладно, давайте просто запомним, что тут есть уголь, и потом, если что, будем сюда идти. А искать алмазы уже будем из домашней нашей пещеры. Ну, я в хате себе выкупаю просто пещеру, и все. Ладно, уходим. Уходим, уходим. На улице по Любасикам уже ночь. Я не сомневаюсь в этом. Да, как я и сказал. Уже ночь. Ну ладно. Включаем хитбоксы. Что за звуки стрёмные? Ага. О! Завезли новогодние сундуки, кстати. Вы не можете уснуть, пока рядом есть монстр. Ну чё за говно? Завезли новогоднее обновление. Кто не знает, Новый год всегда сундуки становятся подарками такими. Ладно, сейчас скелет отойдет, и мы, в принципе, сможем лечь спать. Вот. Это очень прикольно, что завезли их наконец-то, потому что это реально клёво. Все, гори, гори, нечисть, гори. Вон там кто, крипер, что ли? Да, там крипер, надо бы его убить, потому что... Ну, потому что это крипер. Он может на все уничтожить. Тут моя рыбка все еще живет. Хорошо, живет. Я ее потом выкопаю, может быть, что-то побольше. Блин, из-за того, что я живу в джунглях, тут очень много деревьев, и из-за этого скелетом есть где прятаться. Давайте дропнем кость, что ли. Зачем мне кость? Так, да, привет, крипер. Вот теперь это надо дорубить, потому что, ну, оно выглядит уродливо очень. И не только ради того, чтобы у меня было дерево. Просто дорубить тоже надо. Потому что, опять же, оно выглядит уродливо. Теперь у меня есть такая прикольная яма. Ну, хотя можно ее убрать. В принципе. Я же могу себе такое позволить. Все, хорош, теперь ямы как не было. Так, кто потоптал мои грядки? Кого убить? Так, ладно, где моя мотыга? Погнали, все это заберем. У нас будет сейчас куча хлеба. В принципе, да, нормально. Огород его даже расширять не надо. А, у меня еще есть пак, окей.
все достроили. Так, теперь нужен сундук, кстати, чтобы туда все это сложить. У нас будет отдельный сундук для семян пшенички. Пускай будет тут, к примеру. Так, и бамбук нам тоже будет. Просто потому что. Так, что у нас с этим? Выросли, да? Туда их собираем. Не знаю, правда, зачем мне все это надо, но ладно. Пускай будет. Так, давайте дропнем порох. Берем тростник. Его очень даже много. Садим. Садим. Так, и ну вроде нормально у нас ферма получается. Я доволен. Все, хорош. Займемся строительством дома, наверное. И складом каким-то. Потому что этот сундук уже полностью почти забит. А как бы да. Места нету у нас. Так, ну давай переплавляй железо. А, у нас куча тут железа переплавилось. Это хорошо. Золото переплавилось. Еда есть. Вообще отлично. Давай сложим сюда бутылочки пока что. Мне не нужны. Да, все-таки мне нужен второй сундук. Это точно. Вот, вот он поменял текстурку. Так, давайте сложим туда пока что лазурит. Еду сюда. Это все сложим. Нет, это не будем складывать. Это я возьму лучше себе как... Еду себе закрафчу, вот. И дайте мне арбуз. Так, андезит. Гранит. Гравий. С кремнием. Ну и пока что пластинку, понятное дело, стрелы. Хотя стрелы можно сразу закрафтить себе. Лук сейчас будет. Кстати, да, можно закрафтить лук. Ну а все остальное вроде как. Ну, мы сейчас еще раскидаем по печкам. Вот на. Раз, два, три, четыре. По шестерочке, да. Ну а теперь плавляйте, я потом подкину уголька, если что. А, у меня еще есть уголь, поэтому да. 5-6. Подгон, 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 подгон. Это разделим на 3. Закинем 1, закинем 2, закинем 3, заберем 4. У нас есть золото. Это хорошо, но у нас нет редстоуна, поэтому толк от этого золота я не вижу. Кстати, можно строительные леса вроде строить, как они строятся. Надо, я пока не строится. Зря, наверное, палку переработал все это. Ну ладно, пускай будет. Нам нужно немножко дерева, немножко бамбука, если правильно помню, и ниток. Нитки у меня есть. То есть я могу как минимум 2 строительных леса сфигачить, да? Если я правильно помню, если мне не изменяет память. То оно крафтится как-то так. Да, подмостки. Ну, строительные леса иначе. Хорош, 6 штук уже есть. Мне еще один буквально где-то бамбук взять. А. Стоять. Мне нужен один. Как они быстро растут все эти тростники. Все, мне нужен один. Дай, спасибо. Да? Да ты издеваешься. Так, мне нужно еще 5. 4. 5. Все. Ура! Мы сделали. Замутили такую просто штуку. Хорош. Подмостки есть. Это, кто не знает, просто вот так берешь, ставишь. И можно по ним вот так вот кататься. Если тебе не надо, просто зажимаешь пробел. Спускаешься на шиф. То есть такой как лифтик удобный. Так. Нам нужно строить еще один этаж. Из чего бы нам его сделать? Стекла. Либо можно уже заканчивать, в принципе, крышей. Я думаю, так сделаем. Потому что, а зачем?
нам что-то еще. Ну, давайте реально закончим крышей просто. Крыша у нас будет, понятное дело, из дерева. И сухого-то там камня. Все, хорош. Можем начинать. Так, поехали. Может, в принципе, крышу сделать еще побольше, но я не вижу в этом смысла. Поэтому просто вот такая вот крыша будет. У нас будет красивый, просто дизайнерское решение, красивое. Я так обожаю просто строить, просто красивое дизайнерское решение. Ага. А вам, ребят, придется умереть. Иди 12-й. Там остался? Ладно. Да, вот 12-й. Окей. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 блоков у меня дом. Раз, два, три. Блин, а... не, нормально. Да хватит падать! Чёрт бы тебя побрал. Я вообще себе, конечно, картины зафигачу. Вам, кстати, можно, если я сейчас постригу своих овец. У меня есть ножницы, у меня есть ножницы. Овечки, пришло время стричься. А я только одна белая, вы что, издеваетесь? А это плохо. А чё у меня только одна белая? А у меня больше нет пшеницы, я все ее потратил. А... плохо это, что у меня только одна белая. Я, конечно, хотел разводить много других видов, но... А, ну, в принципе, можно здесь белый краситель, поэтому, в принципе, нормально. Ладно, соберем просто с этих. Не знаю, просто можно и делать из других видов шерсти картину. Поэтому пускай будет всегда белая пока что. Давай. Ты тоже свою дай. Спасибо. Нет, овец, в принципе, много. Я, если что, затащу одну. Нам нужно просто сравнить популяцию белых овец. Ого, мне повезло. Так, яйца... Давай сюда. Обосраться. Еще одна курица. Замечательно. Заходим. Запрыгиваем. Ложимся. Или нет? Блян. Долго к смысле? А у меня нет, да, костей? Я их всех выкину. Дебил. Ой, да я дебил. А где я их мог выкинуть? Тут я сюда кидал. Ну, они уже сзади спавнились, походу. Да, блин. Ладно, бывает. Ложимся спать, ложимся чилить. Я сейчас тоже как откинусь просто. Так, ладно, поехали. Крафтим картины. Да, именно так с вами верстак, никак иначе. Картины. Так. Говно картины, говно картины. Вот, это уже лучше. А есть еще больше картин. Вот такая есть. А здесь вот так. Выглядит, в принципе, недурно. Недурно выглядит. Говно. Вот. Мне бы такую скоротиста на самом-то деле. А ну подожди. Я хочу скоротиста вот эту. О! Вот это хорошо. Да. Так, вот, это красиво уже начинает быть. Неплохо. Я хочу вот этого каратиста, который. Да нет, это уже есть. Вот это красивая очень картина. Я мастер по картинам в Майнкрафте, вы просто не шарите. Вот здесь можно что-то добавить. Я хочу тут крипера, чтобы был. Дайте мне, сука, крипера. А, нельзя крипера. Тогда я хочу сюда крипера. Вот это вот. Красота. Тут будет одиночная. Ну, какое-то говно, если честно, не картина попадается. Ладно, давайте на первом этаже что-то поставим. Вот так вот. Не вот так. Во, красиво.
О! Ну ладно, каратист, окей. Да не, не так. Да не такие хочу. Хочу одиночные. Одиночную хочу! Суки! Чё, прогнулся шепотом мной? А, их можно даже на стекла закреплять. Вот пускай будет вот так, наверное. Но пускай. Вроде выглядит не дурно. Неплохо. Вот. Красота. Кайф. У меня теперь есть жесткая картина свиньи, жесткая картина скелета. Я тупой даун, извиняюсь. Сейчас его надо будет ждать полгода. Яд. А, не, нормально. Может. С некоторым шансом она может выпасть. Вот. Все, жесткая картина скелета, жесткая картина свиньи. Еще кого-то говна, крипера. И вот это вот. А, нет, это не говно, это... Что такое, что-то напоминает? Ну ладно. Мне здесь еще на самом деле балкон где-то зафигачить. Вот тут, к примеру. Ну ладно. Нафиг мне балкон. Лучше я зафигачу тут второй проход. Вот прям вот здесь будет второй проход. Его продолжение дома. Вот это идеальное решение. Вот это хорошо. Но для начала достроим крышу, наверное, все-таки, потому что... Ну, банально, потому что крыша это надо нам. Чтобы никакие пауки к нам не лезли. Все, спасибо. Так, поехали. Мне не хватит дерева, я уже это понимаю. Но я смогу хоть что-то додостроить. Оп. Будет очень красиво, я уверен в этом. Потом добудем светокамень, вообще будет кайф, если добудем его. Так, теперь мы... Как должен поставить? Так я строил, как я это делал? Или просто вот так вот? Ну, вот так вот ставил. Я не помню просто, как я раньше это красиво строил так. Вот. Не, говно какое-то. Не так, явно, скорее вот так. А ну. Вот, да. Вот так я строил. Вот это сас. Дизайн это важное самое. Самое важное в вашей жизни это дизайн, цените его. Так. Ну все получается. Это мы перерабатываем. Больше у нас ни хера нет, потому что мы бомжи. Вот так вот. И вот так вот. Все, отлично. Теперь нам осталось только найти полублоки. А, или я тут делал полублоками. Если полублок, то тут. Там. Нет, будем делать полублоками, потому что полублоки это красиво. Это аргумент. Вот сейчас вы строительный лесочек помог, ну ладно. Поля. Блин. Блин. Топор сейчас сломается. Ну, сука. Топор. Блять. Да, боже мой. Петя, хватит спамить группу мою. Понял ты, Петя? Харе, прекращай. Так. Ну, конечно, стало красиво так. Так, тут у нас идет, получается, низ, верх. Говно какое-то, нет? Хотя нет, нормально вроде как. Низ, верх. А, блять, я не там поставил просто. Ёбаный ты насос. Ну, короче, пиздосим. Неудобно, чтоб пиздец. Так, это я, получается, у меня раз блок. Вот, два блок. Вот. Вот оно как должно быть. Ё-моё. Неудобно. Вот был бы я в креативе, давно бы уже все, блин, захерачил. Так куда? Блин. Вот, все, красота. Неописуемая. Дропаемся.
смысле, можно было с того говна спрыгнуть. Ну ладно. Да почему у меня стул, блин, уезжает из-под меня? Что за говно? Так. Текс. Текс. Трекс, пекс, фекс, приза, студия, пей, фервекс. Так. Ну, получается, что красиво. Не, ну хули, красиво получается. Тут будет... Да все вообще идеально получается. Да. Без шуток. Получается, это реально красиво. Хорош. Паркур мастер. Так. Потом у нас будет... Давайте сразу проведем тут крышу. Чтобы был ориентир. И вот так. Ну не красота ли? Ну не красота ли? А чё оно? Я думал, оно меня смягчит падение мне. А оно не смягчило. Вот так вот. И доверяю потом под мост. Либо же строительным лесам, называй как хочешь. Так, чё, конечно... Это я обосрался с пука, конечно. Еще, конечно, лианы были бы тоже очень даже красивые, но это такое уж. Можно будет потом нанести, если я захочу. А еще было бы неплохо собрать, кстати, листовую тоже нанести. Да, было бы красиво. А давайте этим и займемся. Я аж траву случайно собрал. Гениально. Дровни, пожалуйста, траву, она мне нафиг не нужна сейчас. Дубовые листья. А, это дуб. Схера ли это дуб, кстати? Ну ладно. Давай, заходи сюда. А здесь два разных этих листьев. Два разного вида. Оказывается. Я думал, это все один вид листьев, а это разный вид. Вот так вот. И весь потом этим дубом. Можем, в принципе, кстати, поворачивать и какао-бобы. А давайте этим и займемся, наверное, все-таки. Давайте, надо выбрать особенное дерево для выращивания какао-бобов. Ну, выбор, в принципе, невелик. Ты будешь выращивать у нас какао-бобы. Вот так вот ты будешь у нас работать. 24 на 7. Давай. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ну, пускай будет три, окей. Опа, пшеничка. Это важно. Это мы сейчас заведем сюда новую... эту. Овцу. Давай, овечка. Вот здесь какая-то овечка. Вот, вообще близко. Пошли, овечка. Там что, свинья? Тут свинтусы есть. Так, свинтусы. Вас надо как-то загнать в какую-то ловушку, пока я не получу морковь, либо картоху. Да либо пока не убью слизни, в принципе. Давай, пойдем. Пойдем, заходи. Заходи. За кибербулли. Так, подожди, где эти дауны были? Поедные свинки. Вот, один свинтус. А где второй свинтус? Ладно, один свинтус, окей. Я чистил хотя бы одного свинтуса. Пускай будет. Все, сиди тут, это твоя новая квартира. Поздравляю. Удачи. Так, мы загнали свинтуса. Второй свинтус. Так, подожди, стой, свинтус. Ну, ладно, в жопу этого свинтуса. У меня будет один, ну и нормально. Мой дом выглядит так вообще охренительно с этой стороны, на самом деле. Реально, как не я строил. Я сейчас, по идее, не умею строить дома, кто не знал. Я раньше не умел их строить, вообще ни разу. Вообще, я такой тупой, если постройка дома. У меня есть идея, как загнать свинтуса в загон. Ну или хотя бы поближе к нашему дому. Она, конечно, долгая, тупая. Я вообще хотел не этим заниматься, но... Если надо, то займемся. Доламываем лопату.
этаж не доламываем. Дорос. Удачи тебе в жизни. Чтобы все у тебя было в жизни хорошо. До свидания. Ха-ха. Так, топор идет нафиг. И сейчас мы должны, во-первых, расширить загон для этих ребят. Но, во-первых, все-таки крыша. Это самое важное, что у меня сейчас есть. Крыша. Это важно. Так, крыша, 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 крыша. Давайте достроим тебя. Кстати, я бы, наверное, забрал все-таки палки снизу. Вот что я строю. Вот что я чуть не закрафтил только что. Пока что это все. Окей. Строим. Лады. Так. 3, 4. Я даже много закрафтил ступенек, вот видите? Что бывает, когда неосторожно все крафтишь. У меня еще и нет этого говна по имени топор. И поздравляем, мы победили. Так, это все. Железо. Сейчас, подожди. Нет, я, пожалуй, верстак соберу с собой. И подмостки тоже. Да почему? Ладно, неважно. Лопату тоже можем дробнуть куда-то сюда. Вот так вот. Ну, в принципе, красивый дом. Но это, конечно, стена не смотрится вообще. Но так дом очень даже... Да, почему у меня стены тут такие? Оно все должно быть из этого дерева идеального. Нет, не смотрится вообще. Вот спереди смотрится, сзади вообще нет. Ладно, этим сейчас остановимся. Так, железка. Топорик. Лопата. Не то сломал. Так, ладно. Давай. Тем займемся. Внешним видом, потому что он, оказывается, не смотрится. Банально, потому что, наверное, верх у меня из другого вида. И поэтому низ вообще не идет. Давайте, окей, давайте это достроим. Для этого можно срубить, на самом деле, большое количество дерева. Но мы этим, в принципе, наверное, быстро закончим с этой задачей. Мы... Я начинаю говорить одно, блин, заканчиваю другое. Что с этим, блин, не так? Так, ты дуб обычный? Нет, ты тропический, но я слишком долго тебе рубить. У тебя недолго. Ты быстрый. Резкий. Как пуля, дерзкий. Так, ладно, давайте. Блять! Вот. Что бывает? Ну я быстрый, я резкий. Ты обосрался, да. Фух. Да, обосрался. Реакция и щит все спасли. Я не получил вообще, кстати, никакого урона, это очень прикольно. Тупо задефался. Ну, я думаю, этого будет достаточно. Как вы думаете? Давайте еще это дерево срубим. Но маленькое. Быстро зарубится. Опа! Ну, там ничего нет. Там даже я не вижу прохода нормального во что-то. Нет, там ничего нет, просто яма. Просто новая генерация ям на новой версии. То иди в задницу, лопата. Ты мне уже не нужна. И Лену тоже забери с собой. Я не знаю, зачем я, конечно, собрал это говно под названием листва, но ладно. Я хотел что-то как-то в декоре его использовать. Ну, что-то не очень, как по мне, оно будет в декоре, поэтому ладно. Блин, вот о чем я вот я подумал, и оно произошло. Ломая дерево, ломая то, на чем стоит картина, вы ломаете саму картину. Логично, в принципе. Кстати, хватит всего, наверное, даже. Вот, опять сломалось. Я не помню, что у меня там есть еще одна картина, кстати. Это получилось случайно. А это пускай остается, потому что оно выглядит, ну, нормально. Так вот это мы уберем, потому что оно все равно как-то кринжово.
Вот, хорош. Вот это хороший, хороший. Так, мы, кстати, сейчас срубили полностью лестницу, мы молодцы. Но это легко возмещается. Факела мы все поломали, понятное дело. Но это тоже, в принципе, легко сделать, исправить. Так, здесь и здесь, окей. И картины. Чё, чё они тут были, блин, за картины-то? Картисты вроде, да? Нет, картисты были не тут. Так. Ой, да ладно, даже если не так, то пох. Окей. Здесь мы, кстати, факела все еще не добавили никуда. Надо бы это сделать. Надо бы сюда добавить факел. Сюда добавить факел. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Вот, хорош. Идеалити. И давайте, раз уж я добыл все-таки эти несчастные дубовые листья, мы нанесем листья на наш дом. Хз, как это будет смотреться? А, я понял, в чем прикол. Все, мне кажется, я понял. Вот, да. Они смягчают нападение, если на шифте. Ага, уперлись, окей. Взлетаем. Давайте вот так вот сбоку, что ли, прифигачим их. Не туда. Короче, вы поняли, вот так вот как-то. Во, красиво получается. Дизайнерское решение, гениально. Ну, то бишь, мое. Так, с другой стороны, также нафигачим. Вот. Так. По врагам, которые меня окружают? Не, ничего, окей. Такс. 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 Ну, в принципе... Это неплохо. Ну, в принципе, выглядит, в принципе, достойно. Давайте еще сверху так попробуем. Чтоб прям вообще было красота. У нас будет такая, как крыша, версия 2.0. Поверху покрывать. А теперь я боюсь, что мне не хватит листьев. Пам-пам-пам. Да, похоже на то, кстати. Давайте будем экономить, пожалуй, все-таки их. Тогда нам нужно еще вот так вот что-то сделать. Нет, не будем, не будем, не будем. Ну, выглядит как бы, не знаю, как со стороны выглядит. Отсюда выглядит не очень, серьезно. Ну, как бы, да. Нам не хватает листьев, что я... О чем я, блин, надумал? Ну, давайте попробуем. Спасибо. Помогло сильно, очень. Благодарствую. Ну, давайте срубим дерево. Опять ночь, опять ночь. Я уже, наверное, играю час. Скоро же будем заканчивать. Играть в замечательную игру под названием Minecraft. Так. Это хоть те листья? Потому что если нет, то это вообще пиздос. Да, это листья тропического дерева. Да, это листья тропического дерева. Мне, в принципе, наверное, стака будет достаточно, я думаю. Ты кто? Ты дуб. 100%.
Ладно, нормас. Вроде как должно ходить. Ну, вне, выглядит, в принципе, неплохо. Нет, выглядит очень даже неплохо, как будто просто крыша такая. Дом классный, мне нравится. Давай. Good morning, dear world. Поехали. Во! Получилось. Надо без щита желательно делать, потому что щит может не защитить. Где вся моя жрачка? Почему она уходит куда-то все время? Так, давай, поехали. Достраиваем уже. И давайте, наверное, все-таки рискнем и вот этот вот блок убирать, не убирать. Убираем. А, нет, не надо его убирать. Он там должен был быть. Ладно, пожертвуем. Ладно, пожертвуем версия 2.0. Очень много чем пожертвовали. Ладно. Допустим. Умри. Текс. Так, лучше, пожалуй, наверное, дропаться с помощью дроводы. Спасибо. Блин, ну... Если со стороны, то выглядит очень даже. Но если смотреть отсюда, то... Такой пиздос, вот серьезно. Нет, надо как минимум, чтобы оно хотя бы как-то свисало. Типа... Типа я еще покажу. Так. Надо, наверное, чтобы оно как-то... Чего? Как он так, блин, в сторону пошел? Наверное, надо, чтобы оно как-то через свисало. Хз. Реально. Так может. Типа вот так вот. Либо же вот так вот. Наверное, вот так. Наверное, да. В принципе, наверное, неплохо так были. Если так. Да ёпта. Ты что, издеваешься сейчас? Да, в принципе, неплохо выглядит. Очень даже. О. А ну с этой стороны? Да блин, подожди. Ну, не дурно, не дурно, в принципе. Можно так сделать. Оно и тут будет смотреться более не менее. И тогда надо будет застроить, наверное, вот это вот тоже. Ну, короче, мне нужно много сейчас уже листиков. Прям дофига. Скорее всего. Где их только вот... А, вон дерево огромное. С него и соберем, наверное, чё я парюсь. Да, действительно, дерево-то огромное. Так, стоять, щит убираем сразу. На пятерочку ставим ведро, чтобы я, если вдруг упал, среагировал.
ёпта. Так, ладно. Ой, блин! Ты, конечно, блядь, выглядел очень тупо. Я, конечно, не специально это сделал. На самом деле, я специально это сделал. Головой тупо, потому что увидел, как это по-даунски выглядит со стороны. Представил, точнее. Все, я думаю, мне этого будет нормально. Это целый стак. Так, арбузы повырастали. Дом у нас очень даже хороший. Еще надо свинок их спасти. Да ты... Не так. Возьмем. Что с твоими наушниками? Вот что за говно? Что не с места? Да ты задолбал. Да ты задолбал. Вот так вот, наверное. Стоило бы сделать. Сюда. Да иди, да хватит, да хватит так ставить это все. Так, ну, не, реально, выглядит сосна. Серьезно, сосна выглядит. Реально, прям красота. Так. Ой. Вот так вот только. Во. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Теперь это выглядит красиво. Реально. Только теперь от этого стекла на верхнем этаже смысла вообще никакого нет, потому что оно тупо наполовину закрывается листьями. Ну ладно, это типа даже как красиво так будет. Антуражненько. Либо можно просто снести его, на самом-то деле. Но я не буду. Так. Свиньи, да? Нам нужно еще свинок зафигачить к нам. Так, сундук дропает все, что... У нас есть... У нас все еще есть рудная медь откуда-то там. Рудная... А, да, рудная медь. Раз, два, три, четыре. Так. Я могу с помощью, конечно, железа своего построить им рельсы. Но... А смысл? Ладно, мы сделаем самое элементарное, что может сделать вообще любой дебил, дегенерат, вообще, короче, любой даун. Поскольку у меня куча листиков, особенно ненужного для меня, то мы сейчас проведем. Во-первых, нам нужен загон, подождите. Вас пока что размножать не буду, только пополню популяцию беленьких овечек. Как-нибудь. Потому что нужно. Так. На. Раз. Держи. Два. Давайте. Плодитесь. Хорош. И еще на. Не знаю, зачем просто. А тут ничего. Ладно, поехали. Загон. Загон у нас будет располагаться... Располагаться будет загон. Да, прям тут, наверное, и будет. Он не будет большим, что-то у нас только две свинки будет в лучшем случае. Поэтому мы делаем вот так вот. Где мои палки, которых у меня хоть жопой жуй всегда было? Вот. 4 забора умножить. 12 заборчиков. Плюс калитка, понятное дело. Потому что без калитки вообще печально. Вот калитка. Так. Уже опять начинает темнеть. Я здесь, кстати, они не пропали. По-моему, мирные мобы не умеют так делать. Не диспавнятся они.
будет калитка. Это мы сами скапываем. Все, идем ложиться спать. Ой, реально, я уже устал вот играть, вот честно. Я уже хочу просто пойти, залечь и повтыкать Brawl Stars. Поиграть в Brawl Stars хочу я. О, много раз был. Так. Давайте дропаем. Чё-то я не понял. Это чё за... Там что, пещера? Оба сразу, там какая-то пещера. Да нихера нет. Откуда они ревут? Или у меня забагало что-то? Просто я прям так... Ну, уши мне поревели. Слушаем. Прям тут. Привет, ребят. Это что, пещера? Это даже... Это даже не пещера, а... Ладно... У нас просто такой разломчик, который распланилось как-то три зомби. Окей, отличный день, наверное. Может быть, где-то в Чернобыле. Ладно, допустим. Так, свинюка, ты тут у нас есть? Да, тут у нас есть. А вторая свинюка тоже тут. Короче, каков наш план? Мы должны проделать вот такой вот канал. Брать нам два блока до моей хаты. Пустить по нему воду. И чтоб нашу свинюку пришвартовала, короче, к моей хате. Да, это гениальный план. Но, в принципе, другого нет, поэтому делаем как можем. Если можно уже ее выпускать. Иди, пожалуйста, плыви. Не так, пожалуйста, плыви. Вот, пожалуйста, там у тебя есть куда плыть. Пожалуйста, направляйся. Нужно взять какие-то блок, которым я смогу застроить сейчас. Ага. Стой. И мы отрезаем ей отход. Где мои ножницы? Их опять у меня нет в инвентаре. Ну, короче, и вот так вот мы как-то, по идее, допихаем до сюда. Это гениальный план. Нам нужно только... Желательно две штуки, пожалуй. Потому что у них здесь ломаются очень быстро, поэтому это очень опасно. Так их использовать эффективно очень. Не, ну в принципе нормальная, как по мне, тактика. Можешь даже сейчас вторую к ней пригнать. Да, наверное, так и сделаем. Так, это все можно убирать. Уже не нужно мне. Так, все, хорош. Давайте вторую пригоним сразу. Точно такая же у нас стратегия. Только туда поворачивать придется.
Ладно, заворачиваем. Ну давай. Давай, Свинтус. Поплыл. Давай, на следующее приключение. Вперед. Удачи. Мне очень нравится, что вот это вот сельский скот, он очень тупой. Ой, сельский, блин, по-украинскому сказал. Домашнее, короче, животное. Коровы там, курицы, вся эта срань. Майнкрафтские домашние животные. Они не умеют плавать, грубо говоря. Они просто тупые, очень тупые. Они если кидают воду, то все. Они там навсегда остаются. Вот это опасно, кстати. Настройся, пожалуйста. Так, ну что, продолжаем скрафтить, строить нашу идеальную тропу. Если можешь так выразиться. Почти. Пожалуйста, плыви, свинюка. Давай. Вперёд к приключениям. Давай. Пока, удачи. Счастливо поплавать. Хорошего плавания, давай. Плыви, плыви навстречу приключениям. Давай. Ты справишься. Куда? Не смей. Не смей, как это провернуло. Чё за говно? Все, плыви дальше, давай. Обосраться, свиньи научили. Свиньи подрубили интеллект. Это сейчас было очень странно. Закрыть отход. И сломать все это снова. И вот так вот мы все это сделаем. Рано или поздно. Наверное, скорее рано, потому что почти уже притащил. Нет! Тихо. Твою-то мать. Ладно. Меня чуть не затроили свиньи, блин. А вот это, кстати, будет проблематично, потому что наверх-то они подняться никак не смогут. Ладно, как-то поднимутся рано или поздно. Рано или поздно им придется подняться. Как сказал я. Ну давай. О. Повезло. Ой, не то. Ладно, давайте вперед. Бой, мои свиньи. Почухали. Потопали. Давайте, идите. Удачи. Раз, первый погнал. Второй тоже. Блин, вот. Чё за параша, а? О, хорош. Давай, погнал. Застраиваем. Первая уже поднялась. Вторая. Вторая, вторая. Нет, стоять! Все. Давайте. Поднимайтесь. Ау. Не в ту сторону. Давай! Топай! Хорош! Ууу, хорош, хорош. Все! Мы загнали свиньи. Операция свиньи на подъеме прошла успешно. Yeah.
Вообще! Спасибо. Хорош. Можем продолжать. В принципе. Так, меняем ложницу на другие. Потому что эти уже при смерти. Так. Ну давайте. Пойдем. По сути, они уже должны нормально. Пойти. И по идее они даже сбежать из какой-то смысл. А. Это вот я и проебался. Ну на, заплывай, короче, просто. И чё, и куда? А я не могу взять, потому что нет места. Ладно, нет, я уже довезу их, а потом уже пойду спать. Мне похуй. Чё, ты пройти не можешь? Ну, лохушка, чё ли? Ладно же, будь тут. Посплю, потом вернусь, блин. А то сейчас ещё мобов не хватало мне, чтобы взорвался крипер, там, или паук ко мне сзади подобрался. Так. Новый день, новые приключения. Поехали. Идеальный вотердроп. Так, а, отлично, она тоже ушла. Ну что вы тут делаете? Что, додики, что ли? Давай, пиздуй туда. Давай, давай, давай. Опа. Свиньи на месте. Операция прошла успешно. Свинки в клеточке. Ага, сосник. Вот так вот можете любых мобов, которые за вами не хотят идти, потому что у вас нет еды или чего, еще чего-то. Можете вот так вот просто взять и пропихнуть. Обращайтесь ко мне, еще более важные советы получите, может быть, когда-нибудь в следующей серии. Так, ну а на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.